Я надеюсь, что он шевелиться не будет. Сейчас посмотрим. Эй, Вася, давай не шевелись, а то будет труба мне совсем полная, понял? Тихо, бэйби, не выпендривайся. Напишите результат. Ну не было, я не видел. Ничего не произошло, поэтому надеюсь, у нас она не съест. И у нас есть еще две попытки прошарашить электричеством. Как раз мы оставим напоследочек. А если за 3 секунды вы успеете поставить лайк, подписаться на мой канал и оставить комментарий, то мы точно сможем починить всех аниматроников. Раз, два, три. Всем отличного настроения, коты! С вами Котенок Лайки, у нас FNAF 6 VR, FNAF 6 виртуальной реальности, ребята! Эта игруля вышла раньше, чем Help Wanted, но тем не менее, тоже очень классная. Смотри, у нас здесь фигурка Baby, мониторчик, где мы можем выбирать режимы с починкой аниматроников. Там у нас такой небольшой сервис, где мы будем тестировать аниматроников. Здесь у нас есть хелпик с пасхалочкой, смотри, прикольно, на нос ему можно нажимать. В общем, кругом картинки, вентиляция, где вылазят аниматроники. И клоунано, смотри, оу, откуда здесь клоунано, не особо понятно. В общем, погнали, я думаю, сначала мы будем чинить Scrap Baby, а ты не забывай ставить лайки этому видосику, я буду тебе очень благодарен, и подписочку не забывай. Оформлять, воу, смотри, какая бэйби. Жесть. Нам дают задание. Так, кругом ничего нету. У нас есть только карандаш. А под стол можем заглянуть? Да ладно, смотри, там ролики, ничего себе. Главное, чтобы она не встала и не уехала отсюда. Так, я прохожу сквозь стол как привидение, и дальше я пройти не могу. Понятно. Ну давай послушаем немножко задание. Ага, в общем, смотри. Нам дают 3 попытки ударить электричеством аниматроника, если он пошевелится. Сейчас будут идти звуки, и надо смотреть внимательно, чтобы не было никаких шевелений, и отмечать их в тесте. Напишите результат в документ. Окей, аниматроник наш не шевелился. Значит, сейчас изменений нету. Пишем карандашиком, что все окей. Если вдруг что-то начинается, то надо ударить электричеством и написать, что изменения есть. Так, пока все нормально. Вроде как не шевелится. Но я изменений не заметил, надеюсь, ты тоже. Если только под столом она, конечно, не шевелится, но я надеюсь, что там такого нету. И запускаем новый тест. А-а-а, да ладно! Ё-моё! Ты видел? Это просто жесть! Блин, я даже изменений не заметил, как это могло произойти? Чё за дичка такая вообще? Блин, чуть завод не построил, вот это жесть, вот это да. Короче, надо ее периодически будет шарахать, раз уж у нас 3 попытки есть. Я думаю, мы этим обязательно займемся. Фу, блин, это реально было очень стрёмно. Но задание нам, по сути, дают то же самое. Следите за аниматроником и шарахайте его током, чтобы не выпендривался. Тест пошел. Еще разок. Надеюсь, в этот раз нас не сожрут. Давайте повнимательнее смотреть на аниматроника. Ну, вроде как не шевелится. Я никаких изменений не заметил. Пишем «No». Я думаю, для профилактики мы все равно пошарашим электричеством. Не зря же нам дали 3 попытки. Почему бы и нет? Так-то пошевелиться может все что угодно, насколько я понимаю. И палец, и глаз, и нос, и рот, и я не знаю, вообще. Все, что есть. Так, надо написать «нет». Ну, шарахнем электричеством на всякий случай. От греха подальше. Так, чтоб не выпендривал. Запускаем еще одно задание. Блин, звуки вообще трындец странные. Я бы сам от них пошевелился, мне кажется. Так. Тихо, бэйби, не выпендривайся. Напишите результат. Ну не было, я не видел. Ничего не произошло, поэтому надеюсь, у нас она не съест. И у нас есть еще 2 попытки прошарашить электричеством. Как раз мы оставим напоследочек. Давай внимательно смотрим. Вон глаза там, да. Рот вообще стрёмный, конечно.
Аниматроник такой. Ну, шарахнем на всякий случай, но изменений я, естественно, не увидел. Но, мне кажется, они все-таки происходят снизу. Ну ладно, уж у нас еще есть одно шарахание. Оставим. Так, погнали, давай, быстрее задание нам. Фу, так, поближе посмотрим. Может быть, что-то и будет изменяться. Вот этот стол, на самом деле, все загораживает. Если бы его не было, было бы попроще. Здесь уже другие звуки, музычка такая. Интересная. Из цирка играет. Фу, да, главное смотреть внимательно, ничего не пропустить. Там вроде нет шевелений. Блин, так на самом деле страшно близко к ней подходить. Главное не обделаться, когда ты это все делаешь. Так, шарахнем, конечно же, и напишем, что шевелений не было. Есть, мы походу прошли. Йоу-йоу-йоу, ну чё ты скажешь, бэйби, а? 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 Оу. Она что-то говорит. Я думал, она нас съест. На самом деле, нам повезло вот этот ее разговор в конце. Это просто что-то лютое. Ладно, погнали тогда с тобой еще проверим одного аниматроника. Скраб-трап. Прикольчик. Сейчас мы быстренько тебя проверим. Чувак, там еще пару Фредди у нас есть. Но давай-ка мы... Ох, ё-моё. Красавчик какой здесь сидит. Это просто жесть. Блин. Так, ну задание, по сути, то же самое. Ну да, если какие-то изменения происходят у аниматроника, то обязательно пишите результаты в тесты. Я уже что-то подзабываю. Все, блин, на них когда смотришь в виртуальной реальности, они такие стрёмные, поэтому не забывай ставить лайкосики за смелость, пожалуйста. Да, задание все понятно. То же самое. Три удара электрическим током. И как бы все будет окей. Фу, так. Что у нас тут? Звук пошел. Смотрим внимательно. Напишите результат. Документ. Так, а снизу что у нас тут? Ноги. О, рука! Ты видел, она пошевелилась. У Бэйби, скорее всего, тоже под столом шевеление было. Блин, может меня заглючило, я не знаю, но мы, конечно, шарахнем. Но шевеление было, это 100%, рука, пальцы согнулись. Жесть, и что теперь, под столом мне сидеть, чтобы следить за аниматроником? Это что-то жесть начинается, честно говоря. Так, напишите результат документ. Шевелений не было. Я не заметил. Запускаем дальше. Такс, окей, сипока, все нормульки. На нас никто не нападает. И это меня радует. Блин, на самом деле так шею себе защемишь, пока будешь сидеть под столом. Чё-то вообще люто. Вроде не было шевелений. А, так, ну на самом деле стремновато. Надеюсь. Да что ж такое-то? Нет, мне кажется, все-таки под столом они шевелятся. И, скорее всего, это было так, блин, да что ж такое-то? Почему так не везет-то мне? Давай еще быстренько пробежимся. Надо нам починить скраб-трапа. Вообще, я думал, на эту серию мы починим 4 аниматроников. Но, судя по всему, мы ограничимся 2. Потому что, блин, что-то стрёмно. Так, еще разочек надо нам все сделать с тобой. Аккуратненько. Да уж, это что-то вообще... Блин, даже к нему подойти нельзя. Нас блокирует. Блин, печаль. Это очень обидно. А то можно было бы встать поближе и наблюдать получше. Давай, запускаем тесты. А, чувак, ты все рассказываешь. Ладно, короче, скорее всего, у него шевелится рука. Я больше ничего не видел, чтобы шевелилось. Но, по идее, могут шевелиться разные части тела. Я помню, когда я играл в обычный FNAF 6, там и голова шевелилась. Вроде как.
А здесь что-то только под столом пока что. Что у него еще может шевелиться? Я не знаю, что. У него вон зайчьи зубы торчат, которые не шевелятся. Результатов... Так, а давай под столом посмотрим, реально. У! Подожди, он так и сидел? Что-то я вообще уже... торможу. Или у него голова под наклоном была, я что-то не помню. Жесть. Так. Вообще какой-то непонятный. Из чего он сделан-то? Из чего он сделан? Напишите мне в комментариях, ребята. Я не понимаю. Давай посмотрим под стол тогда. Так. Рука! Ё-моё, у него реально шевелится рука. Давай быстро шарахаем. Пишем, что да. Реакция была. И голова у него наклонилась. Смотри, реально голова шевелится. А-а-а, блин, вообще жесть. Это реально стрёмно. Так. Здесь пока ничего нету. Поближе посмотрим. Напишите результат. Ну, нет никаких шевелений. Вон рука. Вот он. А если снизу посмотрим? Рука опять, блин, что происходит? И голова, рука и голова. Так, быстро шарахаем, пишем, что были движухи. Да, значит, у Бэби тоже что-то снизу шевелилось, поэтому она жрала. Так, ну что у нас, новый результат надо вписать. Смотрим. Опа! Опять рука шевелится. Да что ж ты будешь делать-то, чувак? Думал, мы тебя не спалим. Погнали. Так, у нас больше, кстати, нету электричества. Если он пошевелится последний раз, то мы все откинемся. Что за приколы такие? Я надеюсь, что он шевелиться не будет. Сейчас посмотрим. Эй, Вася, давай не шевелись, а то будет труба мне совсем полная, понял? Так, надеюсь, он нас услышал. И шевелиться не будет. Это жесть какая-то, что там у него внутри, блин, какие-то провода, что ли, непонятные. Ладно, что у нас там? На руку смотрим, которая у него все время шевелится, и никаких шевелений нету. Но это, в принципе, логично, потому что у нас и шарахание электричеством тоже закончилось, поэтому шевелений нету. И я надеюсь, нас не сжирают, и мы проходим, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Мы хотим жить! Уууу! Ё-моё! Блин, как стрёмно, когда они говорят в конце. И не поймешь. О, смотри, нам дали игрушку! Прикол! Нам дают игрушку все время, когда мы кого-то чиним. Блин, это прикольно! Они так отскакивают. Прикалюха. У-ху! И ты туда же. Ну что ж, друзья, надеюсь, что вам понравился этот видосик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайкосики. И пишите в комментариях, продолжать ли играть в эту игрушку. Всем удачи, до скорых встреч. Пока-пока.